Так, постойте. Ща. Стоп. Ща. Ща, 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 ща. Ща, 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 ща. Во, хэшки, ребяшки, это мой второй видос за этот вечер. Короче, сейчас мы с вами посмотрим, сделаем реакцию на Блэк Багарди пародию «Четкий пацан». Что, давайте посмотрим. Вот не люблю английский просто, кек. Come to me where you want. Can I touch you? Why not? Сплю на парте, як на своей кровати, продолжаешь стирать. Училка в красном... У кого такое вот было, просто ставьте лайк, ребят. Платье сплю на парте, як на своей кровати, играю на перерыв карты, в тубзи кидаю петарды. А вот с петардами это в каждой школе. Кстати, кто играл в телефон на уроке? За дубом тебя учеба, я ж людина, а не робот, стрёмно одно. Скоро ЗНО! Не, ну монтаж четкий пацан, уважаю, вообще клёвый. Деньги настали черные, а лишь не четкие, татуировки черные, шпаргалки четкие. Не, ну шпаргалки реально четкие. Погнали дальше смотреть. И формулировки не дают мне покоя, але хотя бы троечка, заветный результат. О, также у меня контрольный. Тільки інтуїція моя єдина зброя. Не знаю я ответа, фігачу наугад. Ну я тоже. А поки сплю на парті, як на... У нас так, кстати, тоже друзья постоянно в школе делали на каком-то скучном уроке. Ну, постоянно особо. В моей кровати, девки, пс, я ручка. Нету ручки. Вот, сучки, сплю. Не, ну если мы так сказали, просто нас бы уже не с головой окунули. Что у нас в классе девочки сильнее пацанов. Так что, ребят, лучше так не делать. На парте я... Ну, если вы быстро бегаете, то можно. На своей кровати. Когда я на синус катит, Зина, может, хватит, хватит. Вона смотре на мене так глупо. Де на карті Катманду? Мене вганяє тупо в ступор. Покажи нам Катманду. Ну ось воно, ондо, фіг поймеш, де це говно. Та пішло воно все в дупу. Завтра бачу в школу. Супа іба і головки не дають мені по... Ору просто, чіткий пац, уважуха і почоті. Кльово сняв. Такое давно ладошки стертые від цього у меня. Пора за розум браться, бо у мене є воля. Починаю я учиться завтрашнього дня. Я тоже. А поки сплю на парті, як на своїй кроваті. На контрольній, на диктанті, на втором і первом варіанті. Сплю на парті, як на своїй кроваті. І хай може я туплю, но в бурсу точно поступлю. Что? Можно мне обратно к видео как бы вернуться? Во. Come to me where you want. Can I touch you? Why not? А я ваша нова вчителька з географії. А я Костя. Костя. Костя, ну мочи, будь ласка, тряпку. Да, да, конечно. Зая, ти забула. Спасибо. Поможи, будь ласка. Ну що, подобається? Ну? Знаєш, я їду. Бо я успішний. Маю канал на YouTube, де показую таким, як ти, як деньги делать, а не фігньою займатися. Ай.
як канал називається? А, wow. Я так теж можу. А у мене айфон на халяву можна отримати. Вау, клевый монтаж. Давайте сейчас что-то еще позырим. Например, сейчас найду, как снимали Black Bacardi, четкий паца, погнали. Ну и где ты до 5 утра шлялась? Я нашел. Да. Поехали. Пишем. Звук сплю на парте, як на своей кровати, продолжаешь стирати. Училка красной платье на парте, як на своей кровати, граю на перерыве в карты, в тубзи кидаю петарды. Задубала тебя учеба, я ж людина, а не робот. Шоу третий день съемок. Скоро ЗНО! Давай. Давай. Девки, я ручка. Нету ручки. От сучки. Сплю. Я шикарно. Когда я на синус катит, Зина, может, хватит, хватит. Давайте я скажу, горе бы порвал. Вот такую. Вот. Я уже тебе особо удивлена, придет. На мене так глупо. Еще раз, несмотря тоже за нихера. Покажи нам Катманду. Ну ось оно, ондо, фиг поймеш, де це говно. Та пішло воно все в дупу. Завтра батим в школу. Сухарі головки не дають мені покоя. Давно ладошки стерти є від цього у мене. Ні, ви заметили вот это вообще? Смотрите вот на нее, присмотритесь. Ну, вот сюда. Прям народ хей. Присмотритесь. Так, игнорим. Головки не дают мне покоя. Работаю в школу! Сухари, головки не дают. Что? Мне покоя. Давно ладошки стертые, ведь всего у меня. Секунду пауза. Поняла, что он не умер. Теперь мир машины. Поехали. А бог и сну на парке, я на своей кровати. На втором и первом варианте. Что ты на своей кровати. И хай, может, я туплю, но в бурсу точно поступлю. Сейчас встретимся, как я еще одну найду реакцию. А сейчас мы будем снимать реакцию видео. Погнали. Так. Пожалуйста, почему у меня вот это ярче, чем это? Это просто вопрос на миллион, ребята. Кто угадает, тому миллион рублей. Да ну нафиг, я лучше подушку подложу, это невозможно. Всем привет, ребята, с вами Бодя. Да, и в сегодняшнем ролике мы будем смотреть новое видео. И да, оно, кстати, в трендах. Почему у меня всегда реакция на клипы, которые всегда в трендах? Вот почему, скажите мне? И сегодня мы будем смотреть пародию на газировка Black. Я не знаю, может быть, кто-то уже увидел это, но я как только увидел в тренде на каком-то там месте, 4-м вроде, я сразу такой думаю, не, надо сейчас со своими зрителями посмотреть этот видосик. Так что погнали смотреть. И да, кстати, извините меня, пожалуйста, за то, что я настолько сильно помял хромакей. Я его даже юзать теперь не могу, и придется, наверное, в таком фоне реакции снимать. Но мы посмотрим, я там попробую его утюгом сгладить. Главное не сжечь. Ладно, погнали смотреть. Так, четкий паца. Окей. Блэк. Да. Какой ты радостный, а?